вот, мы опять в центре Санкт-Петербурга. Идем снимать репетицию военного парада к Дню военно-морского флота. Говорят, сейчас парадом пойдут корабли, откроют все мосты, и потом полетят самолеты. И мама вон тоже за мной плетется. Помаши ручкой! И опять на моем любимом каналчике мы находимся. И прямо напротив этого канала мы и встанем снимать. Пока все. Ну вот, корабли стоят на рейде. Моряки уже вышли на палубу, готовятся к параду. Сейчас откроют Дворцовый и Троицкий мост, и они пойдут по Неве прогулочным шагом. Что мы увидели на параде? Открыли Дворцовый мост, и через него пошли военные корабли различных категорий, различных функций. Я в этом сильно не разбираюсь. В принципе, я шла туда снимать парад самолетов. Очень люблю самолеты смотреть, особенно новейшие истребители. И говорили, что они полетят над Невой. И мы стояли, ждали в 12 часов, смотрели парад кораблей. И узнали, оказывается, в этом году на Дне военно-морского флота будет присутствовать Путин. То есть там проходила репетиция, и говорили, вот едет верховный главнокомандующий российской армии, что-то такое. После парада я пошла на ту территорию, где должен будет присутствовать лидер нашей страны, посмотреть, будет ли возможность для меня снять что-то оттуда. Никакой возможности нет, все перекрыто, стоят очень много различных солдат, охраняют и никого не пропускают. То есть нужна только аккредитация, но аккредитацию навряд ли я буду просить, потому что там снимает Первый канал абсолютно все действие, и ну, журналистов, может, кого и пустят, но у меня нету определенного журналистского пропуска, а на пресс-агентство навряд ли дадут какую-то аккредитацию. Ну, в общем, это не суть важно. Я, в принципе, на сам парад-то и не собиралась идти, но самолеты в этот раз почему-то не опустили. Может быть, они где-то пролетали в другом месте, но я смотрела везде вокруг, нигде они не замаячили. Самолеты, вертолеты. Поэтому хочется, конечно, посмотреть парад над Невой именно летной военной техники. Ну, посмотрим, как получится. Смогу я выбраться 26 июля, значит, сниму что-то. Нет, значит, нет. А так, в принципе, очень воодушевило меня и взыграла гордость за свою страну, когда я увидела все эти корабли, как они плывут, как моряки гордо стоят, отдают честь главнокомандующему. В общем, интересно тоже было посмотреть. Я была один раз, по-моему, в 2014 году на таком параде ВМФ, на дне ВМФ, но парад сам не видела, потому что побежала тогда смотреть, помню, новейшие корабли пришвартовали, по-моему, на набережной лейтенанта Шмидта, и это совсем в другую сторону от парада. Поэтому я побежала туда, там Матвиенко открывала в тот год эти два корабля. Ну, в общем, да, интересно, как это все выглядело. Вот, смотрите.